Настоящую охоту на лжеревизоров устроила Генеральная прокуратура Казахстана. С апреля этого года сотрудники ведомства пресекли свыше 600 незаконных проверок субъектов малого и среднего бизнеса и привлекли к ответственности более 500 чиновников. Такие данные на брифинге службы центральных коммуникаций озвучила председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам Сауле Айтпаева. Всего с начала действия моратория в стране было проведено чуть более 1500 законных проверок. Защита прав и интересов предпринимателей активно реализуется и посредством онлайн-проекта «Бизнес-трега». Широкую популярность среди предпринимателей имеет наш портал «Бизнес-трега», на котором предприниматель может реально посмотреть, действительно, зарегистрирована ли проверка в отношении него или нет, законна ли проверка, соответствие того проверяющего, который указан непосредственно, время проведения проверки и так далее.